Привет, Good Game. Мы все еще на Road to Moscow, и с нами уставший Strange. Привет. Привет, да. Немножко тут как-то тяжко тут, да. Дело идет к полуфиналам и финалам. Как сетка? Легко ли удалось? Сетка хорошая, в принципе. Не то чтобы было очень много сильных оппонентов, но, конечно, конкуренцию мне составить все равно смогли. Enigma, Неразим, все. Счет был 2-1 в обоих матчах. Вот. В PvP очень мне тяжело играть, поэтому... Но еле-еле все-таки прошел, так что я рад этому. Почему тяжелые оказались именно ПВТ? Тираны ведь они сейчас не очень. Не ПВТ, ПВП. ПВП. ПВТ у меня еще пока не было. Да, ПВТ это отдых, это отдых. А вот ПВП это нервы, стресс, это очень тяжело лично мне. Что думаешь по уровню участников здесь? Кого можешь отметить? Здесь присутствуют практически, ну ладно, не все, не, ну многие топы СНГшные. Нет, конечно, Касса, нет Блая, но им просто из Украины как бы не хотелось ехать. Тут все-таки как бы затрат, наверное, было бы больше. Но, тем не менее, хорошие игроки здесь собрались. Тот же Верди, Кугуар, Култи, Скиллоус. У них сейчас, у них у всех хороший уровень, поэтому хороший состав. Почему ты Касса назвал? Ведь он в Доту ушел вроде. Кас, да. Кас предлагал собраться уже на вторую тренировку. Я как-то ее пока проигнорировал, потому что все-таки надо было немножко подготовиться к этому турниру. Но, возможно, да, как бы еще у Каса будет будущее в другой дисциплине. Он же все-таки чемпион мира как бы по киберспортивным дисциплинам. Это не значит только StarCraft, так что... Пускай, еще молодой, там все у него получится, да. Кого можешь выделить из молодых игроков здесь на турнире? Кубкаса нет, но наверняка есть другие какие-то перспективные ребята. В первую очередь, наверное, это Неразим, который хорошо играет. Он, правда, я думаю, у него нервы, конечно, шалят. Это знакомо лично мне, но это проходит. А так он, я правда часто не помню точно, сколько ему лет, но где-то 16-17. Вот. Так что, ну, он показывает хороший уровень для такого возраста. Еще тут были маленькие участники, скажем так, тоже они так вроде хорошо играют. Там ко мне пара подходила, говорили, они в мастер-лиге играют. Я в их возрасте, правда, тоже в мастер-лиге играл, но все равно я удивлен, как бы, что сейчас в Латвии приходят новые игроки, от которых я лично даже не слышал. Вот, они, оказывается, играют, и это не единичные случаи. То есть это хорошо. StarCraft в СНГ будет жить. Подходили, они спрашивали у тебя какого-то совета или что? Пообщаться с кумиром? Вряд ли я их кумир, конечно. Я еще не так стар, как, ну, в общем... Так просто как-то комментировали какие-то игры, может, ну да, что-то спрашивали тоже, вот. Так, в основном они говорили, что стримы мои смотрели тоже там, что-то им, клипы им там какие-то мои нравятся, говорят, вот. Ну так, просто по игре в основном общались. К тебе часто обращаются молодые игроки, тем более, что я видел у тебя пару стримов, где ты целенаправленно обучал каких-то ребят и... разбирал их ошибки. Это был единичный случай, меня просто давно уже просили, я решил, что все-таки можно попробовать. Ну, почему нет, я на тот момент активно не играл, я просто решил, ну, просто я решил попробовать что-то новое, что, как бы, я никогда уроки не давал, вот, в этот раз я согласился, и мне, в принципе, понравилось, я думаю, кому-то мои советы могли пригодиться, вот, так что хороший опыт был. Сколько взял за час? Это секрет. Ну, немного на самом деле, там ничего такого. Планируешь сделать это на постоянной основе? И, может быть, мы прорекламируем твои услуги? Да нет, я это говорю, это был единичный случай, но, возможно, это повторится, конечно. Но так, не на постоянной основе. То есть я не мечу в Empire зерги, как бы, я куда мне там... Вот. Я все-таки пока еще хочу попытаться поиграть на более-менее профессиональном уровне. А когда я уже буду, может быть, вообще фулл-тайм стримером, то тогда почему бы и нет. Кстати, расскажи про какое-то время назад ты вообще переставал играть, и не было видно тебя ни на турнирах, нигде. Что случилось и почему ты сейчас камбэкнулся?
Я, честно, не могу сказать, с чем это связано. Просто, я не знаю, то ли характер такой, то ли что. Я просто не могу долго заниматься чем-то одним, да. То есть мне постоянно хочется как-то сменить деятельность, я не знаю. Ну, мне просто, видимо, ленивый, может быть, я не знаю. Просто я могу, я на самом деле могу как бы на какой-то конкретный срок сосредоточиться и, ну, хорошо готовиться реально. Но вот потом там что-то не получится, и мне как-то, я теряю мотивацию. В общем, если вкратце, я очень быстро теряю мотивацию, вот. И когда у меня происходит вот такой спад, мне играть не хочется. Но иногда бывает, вот как, например, сейчас я более-менее активно играю, хотя не сказал бы все равно, что у меня сейчас оптимальная, ну, лучшая моя форма такая, средненькая из того, что было когда-то. Вот. Но конкретно в данный момент мне нравится играть, мне хочется как-то, мне хочется прогрессировать в первую очередь, поэтому я здесь, собственно. Кстати говоря, что послужило мотивацией, потому что, как вот я вижу, что тебе именно стримы приносят удовольствие, и не в этом ли секрет, что ты остался так надолго уже в StarCraft? Вообще, да, вот после последнего инактива я решил один раз постримить просто, ну вот я захотел, реально мне хотелось там просто пообщаться там с чатиком, так поиграть for fun. Вот, а потом как-то меня это затянуло, и вот во что это вылилось, я опять играю, вот. А вообще, по поводу того, как я стал в последнее время стримы вести, кому-то это покажется неадекватным, конечно, кому-то веселым, вот. Но я лично просто, я не знаю, может, я повзрослел или что, но мне реально стало все равно, как бы, что там кто-то обо мне может плохо подумать. Просто, ну, я, если мне это нравится, если мне это приносит какое-то удовольствие, или там, даже если я в последнее время ругаться стал, я прям вообще беймер лютый, никогда я раньше не беймил, правда. Ну, вот такой вот я, что я не люблю скрывать там что-то. Вот вы видите меня таким, какой я есть, лютым беймером, иногда неадекватным. Иногда поющим, чего там скрывать, греха таить. Но, в общем, если кому-то это нравится, то всегда добро пожаловать ко мне на стрим. Да, и прикольные смайлики с кассом особенно. Откуда была эта идея? Кто их делал вообще? Все смайлики я делаю. Они, конечно, некачественные. Я не умею как бы делать их грамотно. Я не умею анимацию там делать. Но я умею делать гифки. Может быть, кто-то тоже помнит гифки с кассом. Я бы занимался этим больше, если бы касс какую-то инициативу проявлял со своей стороны. А ты, касс, что-то вообще как-то это самое. Ну, то есть, я ему там гифки, например, эти делаю, да, а он, ну, там на стриме своем что-то. Ох уж этот Стрэндж, молодые, ничего они не понимают. Вот. И мне, соответственно, как-то нет лишней мотивации там еще как-то пытаться его подкалывать. Я думаю, ему хватит. Может быть, однажды он ответит, так сказать, касс наносит ответный удар, но пока как-то он так это затаился. По поводу твоей татушки, что там и почему нет тосов или тосадара? А что это? Это же тос. Это эмблема тосов. Там как раз-таки, ну, в самом Старкрафте, в Батлнете есть. Это такой типа зилот. Ну, не совсем, конечно, но похоже. Вот. А это просто татуировка Псиштормы, которая в команде, в которой я был. Я, правда, сейчас в ней не состою, но я делал эту татуировку не потому, что там Псишторм — это лучшая команда, в которой я когда-либо был. Просто мне понравился логотип. Вот. Ну, я хотел какую-то симметрию сделать. Я не хотел, чтобы татуировка была на одной руке, так решил просто. По поводу зала и занятия спортом, ты этому отдельное внимание уделяешь? И с чем это связано? На самом деле, просто мне как-то, не знаю, я вот долгое время назад начал заниматься, не знаю, где-то лет 7 назад, и с тех пор я не могу уже долгое время не заниматься. Я не знаю, может, это какой-то наркотик или что, ну, какая-то зависимость. Просто если я долго не занимаюсь, мне становится стыдно, ну, честно, перед самим собой. Просто что вот я как бы там запустил себя или там, не знаю, ну, в общем, не слежу за собой как-то. Я, конечно, не лендалон там или не бодибилдер какой-то, но я стараюсь просто так более-менее быть в форме. Вот. Ну и, конечно, сидячий образ жизни тоже влияет на это, соответственно. Надо заниматься, вот. Всем советую. А особенно, когда подгорает, вот есть у меня тоже клипы там на канале одни, когда сильно, скажем так, гнев тебя так прям берет, то поотжиматься, поподтягиваться — это то, что надо вообще. Сразу весь гнев проходит, ты успокаиваешься, ты куда-то вот эту всю свою злость выплескиваешь, и все хорошо. Давайте поговорим про киберспорт. И ты видишь в себя в нем будущем?
То есть ты намерен развиваться, обратно в команду вступить, ездить на ланы, возможно? Ну, если я продолжу играть и будет какой-то прогресс, потому что мне лично кажется, что вот сколько бы я ни играл, я достиг какого-то своего определенного потолка. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это сдвинуть. Но вот как-то мне кажется, что я постоянно бьюсь о какой-то потолок. Каждый раз, когда я активно играю, я достигаю какого-то своего максимума, и мне кажется, что я на больше не способен. Ну, я не знаю. Возможно, это меня частично как раз останавливает, и из-за этого у меня происходят такие инактивы, потому что мне кажется, что я не могу добиться чего-то большего. Вот. Это что касается карьеры игрока. Если ты спрашиваешь вообще, то есть может ли быть как-то моя жизнь связана с киберспортом, честно, я не представляю, в какой именно деятельности. Вот. Я вообще не уверен, что я вообще буду в киберспорте, там, допустим, через какое-то время. Но посмотрим. Мне это нравится. Я хотел бы как-то, наверное, все-таки связать с этим свою жизнь. Но я не знаю, как все получится. К разговору о будущем. Ты учишься сейчас, работаешь? Нет, я сейчас... Я опять меняю институт, я не знаю, мне просто сложно как-то, я не могу вот найти, я человек, наверное, такой, я не знаю, что характер у меня такой или нет, я все пытаюсь найти, что мне по душе, вот я никак не могу, я уже вот никак не могу найти все-таки, чем мне заниматься, то ли в StarCraft играть, то ли уже с концами уйти там в личную жизнь какую-то, ну, в смысле, вообще в целом, вот, очень сложно мне, в общем, принять решение. Надеюсь, что я наконец-таки смогу решиться, уже там определиться с чем-то и не тратить время зря. Вот, очень на это надеюсь, потому что уже надоело туда-сюда метаться, я не знаю, чем мне заниматься. Как ты оцениваешь свою форму нынешнюю и что можешь сказать про уровень СНГ-сцены в целом? Если вообще, то я обычный такой средненький европейский игрок, не больше, не меньше. То есть я, ну, если говорить по ММРу, то вот честно, чувствую себя, ну, наверное, максимум на 6500, да, то есть я могу там, допустим, взять больше, там, 6700, но вот именно по ощущениям я так себя не чувствую, вот. Я, ну, в общем, топов я редко выигрываю, так, 50 на 50 играю со средними, в общем, обычный, сам, я не знаю, как описать мой скилл, вот, если бы я тренировался, возможно, я мог бы как-то более красочно это описать, чем-то похвастаться, но так как я сейчас в каком-то непонятном состоянии, я вообще не понимаю, что со мной творится, но вот такой вот я странный. Стрэндж, да. Я оправдываю, собственно, свой никнейм, наверное, на протяжении всей своей жизни. Вот. А что по поводу СНГ уровня? Ну, если честно говорить, то показывает что-то только Блай, как бы. Хотя, недавно я видел, что Hellraiser квалифицировался в Challenger, насколько я помню. Так что, может быть, Hellraiser покажет что-то. Он тоже молодой, сколько ему, 19, по-моему, лет. Вот, так что, если он не будет, как я, там, такими спадами вот так вот постоянно играть, если он продолжит, то, может быть, Hellraiser присоединится к Блаю. А так никто и не играет. Верди вернулся. Может быть, Верди что-то покажет. Но Верди тоже, вот, мне кажется, у него что-то такое же, как у меня есть, вот эти вот инактивы постоянные. Если он соберется, возможно, Верди еще туда можно причислить. Пока неизвестно. Расскажи, как ты тренируешься? Тренировки у меня, я бы не сказал, что они систематично как-то проходят. Но если я играю, то происходит это, в принципе, каждый день. Вот если я тренируюсь именно целенаправленно. Поэтому, не знаю, не уверен, что это может быть как-то... Что для этого, ладдер или это... Ладдер, в основном ладдер. Я кастом геймс не очень люблю, ну, то есть с кем-то играть. Мне как-то больше... Мне кажется, что ладдер эффективнее. То есть там ты отрабатываешь разные очень ситуации. Хотя, возможно, если речь идет уже о каких-то там чемпионах ГСЛ, то там без кастомов, конечно, не обойтись. Там каждая ситуация отрабатывается, наверное, раз по 10 просто с каким-то игроком. Вот. Так что кастомы тоже нужны, но я лично предпочитаю ладдер. Вот ребята будут организовывать типа буткемпа что-то. Ты, наверное, слышал об этом? Cool Tea? Честно говоря, я об этом не слышал. То есть, ну как, я слышал, что это просто где-то там в чатике кто-то писал, вот бы на буткемп собраться, но не более того. Я не знаю, это реально ли они там собираются как-то тренироваться, вместе снимать квартиру. Ну, если так, то круто. Хотя я уже как-то был на буткемпе,
давным-давно еще, когда я был в Rocks Kids, так называемых. Вот. Вообще, тогда, конечно, эффект однозначно был, хоть и всего неделю, но я играл буквально с утра и до вечера. Эффект тогда был, я даже там какие-то маленькие турнирчики выигрывал, что тогда, мне тогда 15 лет было, так это, в общем-то, было неплохо. Но сейчас я не уверен, поехал бы ли я на такой буткемп все-таки. Мне лично, вот, опять же, вот такая вещь, я не могу жить только Старкрафтом, мне как-то хочется все-таки вот тот же спорт, да, допустим. Это, конечно, можно, наверное, на буткемпе все это как-то совмещать, но мне кажется, ты должен все-таки на чем-то одном сосредотачиваться. Потому что если ты будешь распылять свое внимание, ну вот лично мне так, я не могу распылять внимание очень сильно, мне сложно так как-то. Я вот если я чем-то занимаюсь, то конкретно этим. То есть, вот допустим, я если много играю, я почти, ну я редко занимаюсь, вот реально, вот у меня как-то, мне просто то ли сил нет, то ли что, то ли лень просто, вот. А если я не играю в StarCraft, то я занимаюсь спортом обычным, например. Вот, я не знаю, что со мной не так, помогите мне, пожалуйста. Вот, как-то так. Ну, там ребята все спортивные и веселые. Мне кажется, там будет и культурная программа, и выходы в качалку. Опять же, я говорю, мне кажется, что кастомы не так эффективны до тех пор, пока ты не выйдешь на какой-то такой более-менее высокий уровень по меркам Европы. Вот, то есть пока ты барахтаешься и не можешь даже, допустим, стабильно проходить на ВЦС, как Блай, например, то, мне кажется, кастомы не нужны. Это наоборот, ты себя ограничиваешь, как, сужаешь круг, а может быть, ты даже еще каких-то обычных стандартных вещей не понимаешь, которые ты можешь развить их понимание на ладере. Потому что на ладере тоже много сильных игроков, там их хватает на самом деле. И если, вот я считаю, что если ты можешь на ладере держать, допустим, ММР 6800, вот именно держать, не раз взять, а держать на протяжении месяца-двух и не сливать, вот тогда, мне кажется, ты уже можешь считаться хорошим игроком, потому что это очень сложно на ладере держать ММР какой-то стабильный, очень сложно. То есть я лично могу в один день как слить 300 ММР, так и также припеваючи набрать эти 300 ММР, как пойдет. Вот, так что я не уверен, что дело в кастомах. Есть ли какая-то зависимость от настроения? Настроение у меня, в принципе, всегда одно и то же. Так ничего такого прям какого-то не происходит. Но вот эти минус 300 могут быть связаны с тильтом. Я вот очень часто тильтую, на самом деле, на стримах. Это можно видеть, когда я начинаю ругаться даже. Вот. С этим это однозначно связано, я думаю. Но с этим тоже сложно бороться. То есть ты либо должен останавливаться и не играть, либо как-то это бороть в себе, я не знаю. Но я не знаю как. Если это как-то можно побороть, вот этот вот, так сказать, тильт, то я не знаю как, честно говоря. Потому что когда я проигрываю, и проигрываю много, мне кажется, что с этим очень сложно бороться. Ну, лично мне. Ну, вот опять же, наверное, такой характер просто. С кем ты общаешься из нашего комьюнити? Я имею в виду не кастомки, а вот там переписываешься по билдам какие-то общения? По билдам практически ни с кем. Так, мы с Кридом иногда общаемся, так просто что-то обсудим. Кассу я могу что-нибудь посоветовать. Он не слушает, правда, ну и пускай не слушает. Пускай не слушай, Касс, не слушай. Вот, будешь играть на своих 600. Ну а так, со всеми по чуть-чуть, там в чатике где-то у кого-нибудь из стримеров могу попереписываться там абсолютно. Ну такая дружеская беседа. Не то, чтобы мы прям билдордеры как-то обсуждали, там просто пеку друг другу поставили и все. И вот и пообщались, и день удался, да. Тогда финальные слова от тебя, зрителям, какие-то пожелания, благодарности. Спасибо всем, кто до сих пор за меня болеет по каким-то причинам. Спасибо, что смотрите мои стримы, несмотря на то, что я стал как-то, может быть, хуже и агрессивнее себя вести, но такой, какой есть, уж извините. Как говорится, крестик справа, в верхнем правом углу, если быть точнее. Вот. Но всем остальным в любом случае спасибо, что смотрите. Вот, приходите на мои стримы, болейте. Не только за меня болейте, болейте за всю СНГ. Не надо поливать всех в чатике, когда кто-то проигрывает. Мотивация от этого не прибавляется, поверьте мне. Вот. Спасибо. Спасибо, да.